Третий день в России действует портал общественных инициатив. Это интернет-ресурс, куда каждый зарегистрированный на едином портале госуслуг может подать свое предложение. Российская общественная инициатива реализуется в рамках проекта «Открытое правительство». Пока портал работает в тестовом режиме, но на адрес www.roe.ru уже поступило свыше 70 предложений на разные темы. Больше всего голосов набрала инициатива «Вернуть минимально допустимый уровень алкоголя в крови водителей». В лидерах также предложение отменить транспортный налог и запретить любым государственным и муниципальным организациям требовать ксерокопии документов. В топе инициатив – ввести конфискацию имущества за экономические преступления, чего пока нет, а также снизить социальные взносы для индивидуальных предпринимателей. Напомню, с начала года страховые взносы для ИП выросли вдвое, и на этом фоне в стране стало сокращаться количество индивидуальных предпринимателей. Посетители портала также предлагают вынести Ленина из мавзолея и, наконец, похоронить, а службу в вооруженных силах заменить единовременной денежной выплатой в казну. Если та или иная инициатива соберет 100 тысяч подписей, пройдет экспертную оценку, то в дальнейшем она попадет на обсуждение в правительстве и, возможно, станет законом.